Есть такой сериал «Рыцарь дорог», который выходил в 80-х. В нем главный герой вместе со своим напарником-автомобилем с искусственным интеллектом ездили по дорогам и ловили нарушителей. И подобное авто появилось в нашем городе. Неприметный внешне автомобиль УАЗ «Хантер» действительно оправдывает свое название. Он будет ездить по городским и региональным дорогам и охотиться за правонарушителями. В багажнике у этого автомобиля расположена камера «Кордон Про М». Она способна фиксировать различные виды нарушения от превышения скорости до выезда на встречную полосу. Спектр регистрируемых нарушений большой. Сотрудникам нужно будет только выбрать. Вот лишь часть представленных на экране. Превышение установленной скорости движения, выезд на полосу встречного движения, движение по полосе для маршрутных транспортных средств, движение по разделительной полосе, перестроение транспортного средства через сплошную линию разметки, движение без включенных фар, ближнего света дневных ходовых огней, движение с непристегнутым ремнем водителя или пассажира, нарушение правил остановки, нарушение правил стоянки. С появлением такого автомобиля местным любителям безответственной езды придется платить рублем постоянно. Хоть система тестируется всего лишь неделю, однако, по словам инспектора, ежедневно через нее приходит от 50 до 100 нарушений. Далее фотографии отправляются на сервер ГИБДД, где специалисты выносят решение. К слову, данный метод является легальным, и специальное авто не требует украшать опознавательными знаками. Правилам дорожного движения предусмотрена установка знаков фотофиксации 6.22 на местах применения стационарных комплексов, а также передвижных комплексов, так называемых тренок. Для мобильного исполнения такого требования нет. Сейчас система установлена сзади, однако использовать ее можно и спереди. Для этого даже не нужен специальный автомобиль. Достаточно просто перенести устройство в другой. После проверки будут подведены итоги. Не исключено, что в будущем подобных передвижных камер в нашей республике появится больше. Базаров Шаев, Бату Гармын, новости дня.